Всем большой привет! Сегодня у меня будет обзор из магазина Маяк по адресу город Ижевск, Азино 4. Смотрите, здесь появилось очень много посуды. Большой ассортимент. И давайте начну с нее. Всем желаю приятного просмотра. Сковорода с антипригарным покрытием. Яркие и красивые. Ручка такого же цвета, что и внешняя сторона сковородки. Диаметр 26 сантиметров. Подходит для всех типов плит, включая индукционные. И можно мыть в посудомоечной машине. Хорошие сковородки, увесистые. А следующая сковорода более глубже. Называется «Сковородень на каждый день». Интересное название. Диаметр 26 сантиметров. Ручка несъемная, высокая, пластиковая. С большим отверстием удобно будет класть лопатку. Литая гранит мрамор, цена 729 рублей 90 копеек. И по весу она еще тяжелее по сравнению с первой сковородкой. Написано, что не рекомендуется мыть посудомойки, изготавливает Республика Беларусь. Хорошие сковородки. Следующая сковорода — литая универсальная гриль. По весу она еще тяжелее. Также высокие бортики. Диаметр 26. Цена 789 рублей 90 копеек. Антипригарное покрытие. Ручка сковороды не нагревается и не скользит в руке. Толщина дна 3,5 мм. Стенки 2,5 мм. Производит Россия. Так выглядит бренд. Такая сковородка подходит на газовую плиту, электрическую и стеклокерамическую. Можно мыть посудомойки и также можно использовать в духовом шкафу. Товар люкс. А следующая сковорода с названием «Перчик». Невысокие бортики, диаметр 24, мраморная крошка. Цена 664 рубля 90 копеек. Сковорода литая с антипригарным покрытием, изготавливает Россия. Подходит для всех видов плит, кроме индукции, можно мыть посудомойки. Отлично подойдет для блинов и для зажарки. Казан объемом на 6 литров продается с крышкой, цена 688 рублей 90 копеек. Смотрите, какую классную посуду увидела для приготовления. Это набор кастрюль из нержавеющей стали со стеклянными крышками. Подходит для всех видов плит, включая индукцию, можно мыть посудомойки. Объемы кастрюль 3, 9, 2,9 и 2,1 литр. Размеры также указаны. 6 предметов, это 6 кастрюль и 6 крышек. Цена мне очень понравилась. 2136 рублей 90 копеек за 3 кастрюли из нержавеющей стали со стеклянными крышками. Еще раз покажу, как они смотрятся. В описании толщина стенок 0,5 мм и можно использовать посудомойки. Классные кастрюли. Эта кастрюля тоже из нержавеющей стали, но другая торговая марка. Ручка пластиковая, объем 1,6 литра. Продается в наборе с крышкой. 459 рублей 90 копеек. Кастрюли с плотными стенками и рядом кастрюли из этой же серии. Но объем 4,3 литра. Цена 509 рублей 90 копеек. Как вам кастрюля? Кастрюля штамп, написано «Лучшая цена». Продается в наборе со стеклянной крышкой. Диаметр 20 сантиметров. Цена 616 рублей 90 копеек. Фирма Вари. Снаружи черное шершавое покрытие. Кастрюля легкая по сравнению с предыдущими. Пластиковые ручки, широкие, удобные, подходят для стеклокерамических и газовых плит. Посудомойки тоже можно мыть. Как вам такая посуда? Мне очень понравилось. Кто уже покупал, пишите ваши отзывы по использованию. Красивые восточные пиалы здесь появились. Не пиала, а салатник. Объем 670 мл. Цена за одну штуку 69 рублей 90 копеек. Пока вижу в двух расцветках.
Салатник глубокий, диаметр 15 см, с красивым орнаментом. И второй вариант. Материал изготовления фарфор. И изготавливает Китай. Торговая марка Marinex. Эту посуду я вам уже показывала, но ее снова завезли. Жаропрочная форма овальная, объем 1,4 литра и цена. И круглая форма тоже изготовлена из жаропрочного опалового стекла, объем 2 литра, цена 276 рублей 90 копеек. В этой посуде можно запекать, выдерживая температуру до 200 градусов. И стеклянная форма от Marinex, изготовленная из жаропрочного стекла, прямоугольная. Объем 1,6 литров, цена 239 рублей 90 копеек. Размер формы 30 на 18 сантиметров. Глубокая. Классические бульонницы с ручками. Объем 450 мл, состав стекло, керамика. Цена за одну штуку 79 рублей 90 копеек. Снаружи с небольшими узорами, а внутри глянцевая. Набор небольших стеклянных салатников продаются в коробке. Цена 237 рублей 90 копеек. Так смотрятся салатники, изготовленные из толстого стекла на трех ножках. Смотрится красиво. И рядом точно такой же салатник, но название конфетница, диаметр 10 сантиметров, цена за одну штуку 59 рублей 90 копеек. По виду они совершенно одинаковые. Если что, можно докупить. Посуда термостойкая из опалового стекла, продается в наборе 7 салатников. Цена 499 рублей 90 копеек. 6 порционных салатников и один большой. Скорее всего, они продаются в ассортименте в разных расцветках. Рядом чайный сервиз в красивой упаковке из 12 предметов. 6 чашек и 6 тарелочек. Материал фарфор, цена 1017 рублей 90 копеек. Салатник восточный, две расцветки. Такие, помню, продавались в магазине Светофор. Объем 510 мл, диаметр 17. Цена за одну штуку 59 рублей 90 копеек. Цены, конечно, очень низкие. Набор пластиковых мисок с крышками. Объем 2,4 литра. Производит город Копейск. Красивый и приятный бирюзовый цвет. Большой объем, цена 115 рублей 90 копеек. Такие цены, мне кажется, нигде не найти. И есть еще в пудровом цвете. Пластик плотный, чувствуется. Крышка прозрачная. Хорошие салатники за такую цену. Просто супер. Совок для мусора, кого что интересует, супер бюджетная цена, 15 рублей 90 копеек. Покупала просто в магазине Лента, но он был в два раза меньше, и у него тонкий пластик. Здесь совок более лучше качества. Купить временный совок за 15 рублей, пока идет ремонт, мне кажется, самое то. Смотрите, какие классные домики здесь для животных появились. Подойдут и для кошек, и для маленьких собачек. Продаются они в ассортименте. Размер 36 на 36, высота 38, цена 539 рублей 90 копеек. И рядом лежанка. Лежанка для животных. Форма большая, подойдет и для собак. Размер 51 на 36, цена 264 рубля 90 копеек. И кто хочет приобрести для своих любимцев домики и лежанки, имейте в виду, что они продаются в магазине «Маяк» по бюджетным ценам. Классические чашки с изображением цветов. Рисунок с одной стороны и внутри есть изображение. 350 мл, цена 62 рубля 90 копеек. Рядом чашки с таким же изображением, но больше объемом. 460 и цена 71 рубль 90 копеек.
Увидела грунтовку, не знала, что она здесь продается. Цена очень даже хорошая, за 10 литров 324 рубля 90 копеек. Дешевле нигде нет. Для сада и огорода тоже есть новинки. Кашпо из полистоун. Не знаю, какой это материал. Цена 346 рублей 90 копеек. Различные зверята. Большой ассортимент. Еще из пластика увидела вот такую вот сушилку для посуды. Домашняя. Размер 37 на 29. Высота 7,5 сантиметров. Разделители для тарелок, чашек, ложек и вилок. Удобный поддон. Цена 239 рублей 90 копеек. Продается в одном цвете. А рядом лоток для столовых приборов. Цена 139 рублей 90 копеек. Тоже самая низкая цена, даже если сравнивать с магазином Fix Price. Запоминайте размер 37 на 30, высота 7 сантиметров. Внутри смотрится так. Хороший лоток. Если кому подойдет, то будет супер. Пластиковая подставка под столовые приборы. Серия Ностальжи. Бежевый цвет с поддоном. Три разделителя. 72,90. Вешалка для брюк 5 в одном. Называется Гинга. И вот так вот должно смотреться. 229 рублей 90 копеек. Вешалка пластиковая. Дошла и до ковров небольших размеров. Приятные цвета. Ворс очень мягкий, высокий, густо набитый. Сам ковер плотный. Две расцветки. Приятные и не темные, и не светлые. Мне нравится. Размер 80 на 1,20 м. Стеганое покрывало в мелкий квадрат. Продается в чехле. Варианты цвета. Плотное. Размеры разные есть. 1,80 м и 1,50 м. И цвета в ассортименте. Цвета не в ассортименте, а два вида. Бирюзовый и нежно-розовый цвет. Хорошие покрывала, мне понравились. Контейнер для игрушек состоит из трех ящиков. И все они разного цвета. Продается в собранном виде. Размеры не указаны. Контейнеры вместительные, небольшого размера и... Так думаю, что они подойдут не только для игрушек в детскую комнату, но в них также можно хранить и овощи. А в этом магазине произошла небольшая перестановка. Посмотрите, здесь огромный стеллаж появился с детскими товарами. И показываю еще с обратной стороны, чтобы в кадр не попали покупатели. Здесь еще стали продавать книжные издания для детей на разный возраст. Можно купить журналы, книги и раскраски. А с другой стороны этого стеллажа детское питание, подгузники, памперсы. Не буду углубляться. Если нужно будет сделать отдельный обзор, пишите в комментариях. И детские товары тоже есть. Огромный ассортимент различных уходовых средств. Отбеливатель и пятновыводитель от марки «Ушастый нянь». Гель для стирки белья 2 литра 336,90. В желтом флаконе кондиционер 2 литра 192,90. И стиральный порошок 4,5 килограмма 514 рублей 90 копеек. Показала все новые товары, которые еще не были у меня в обзоре. Обошла всего лишь два ряда. Это 10% из всего, что предлагает магазин «Маяк». Огромный ассортимент, просто большой магазин. И с каждым разом он мне все больше и больше нравится. Везде порядок, не так, как было раньше. Очень радует. Всем пока-пока, пишите, комментируйте.